Всем привет, мы вас приветствуем на втором матче ОАК СН. На кого ты ставишь, Денис? Ну, в принципе, или без принципа. Да, я не принципиальный. Да. Все же я думаю, что выиграет СН. МЮ терпит, я в шоке вообще. Ну, не знаю. Я все-таки думаю, что выиграет СН, хотя ОАК будут огрызаться, в общем, можно так сказать. Но будет напряженный матч, да. По крайней мере, прошлый был очень хорошим, и в конце все же могла там шайба залететь, но все-таки чуть-чуть не повезло ААКовцам. А что, Mozilla сдул свое пузико? Я не пойму, что Флетчер вышел? Да, вышел Флетчер, замена у нас в составе СН. Теперь у нас Флетчер вместо Mozilla. Ух ну, ты. Посмотрим. Свежая кровь, свежая кровь. Да. Ран сейчас будет наносить дальний удар. Опасно. Мимо. Так, опять пас назад. И опять кто? Нет, не опять. Райан? Джерс? Джерс. Нет, не достал Джерс. Слендер. Опасно. Слендер идет. Затормозил. Передал на реверсе. Ну, реверсе. Ох, Эпота, молодец, он подключился к атаке. Тут Латина хорошо сыграл. Ох ты ее, смотри, как они давят на... Не давят, ну, там мог бы быть выход один на один, но в последний момент реверси не дал этому случиться, и так вот еще и ударил причем. Ну, вообще так. Четко. Да. Перекладина. Штан... Да, ой, в перекладину попадает Райан. Ах, Зепота. Думал, что справится с юным Флетчером. Да, Лилипота. Пас на... Ну, это... Такой пас, он на успех тут... Вряд ли можно было надеяться. Хороший пас. И все-таки вытащили это. Да. Тут Джерс не смог принять хорошо шайбу. Неудачно принял. Реверси идет. Ну тут реверси. Подошел. Реверси. На мике подорвался. Да. Там Джерс его контролировал сзади. Он уже замотался слишком. Вот. Джерс. Джерс. Удар Джерса. И тут Тоннеймт вроде бы как спасает ситуацию. О! Так хватит там капусту нарезать, господи. Ну, компьютер дурацкий. Чё ты такой нервный? Да я нормальный, это компьютер. Латина, вот, Райан у нас, нет, не смог принять. А, Максим. Да, чё, он может, не может. Ну, наверное, не надо было. Да нет, ну все сделал правильно, а что ему еще оставалось? Не знаю, можно было чего-нибудь придумать. Кто самое слабое звено? А? Что ты имеешь в виду под самым слабым звеном? То есть... Какой игрок пока не в своей тарелке? Ты знаешь, ну, в составе ОАК я пока никого бы не... назвал. Тут такого слабого звена и нет особо. Ну да. Лилипота, все... конечно, один раз ошибся там. Ну, Лилипота скорее в прошлом матче был немного не в своей тарелке. Сейчас он даже вот успел подключиться к атаке. Ну да, и создал опасный момент, ударив по воротам. Ну, Латина справился там с ударом. Ну, теперь тут Слендерман немножко поднервничал. Чуть-чуть так, ну, темп игры не поддерживает своей команды. Да. Ну, Mozilla, видимо, вышел из игры из-за того, что тоже немножко так сбавлял обороты, там не попадал тогда, когда надо было попадать. Возможно. Я особо не следил так за игрой в прошлом матче. Опасно здесь. Прикольный здесь... удар, и Нейпт опять тащит, кстати. Да, молодец. Я бы такой не вытащил. Я не сомневаюсь. Сучка. Unnamed. Этот, господи, Реверси. Максим. Максим, не Реверси. Ладно, Максим. Райан ударил мимо ворот, но все-таки Анемит все равно
Отдал пас на Лилипота, хороший пас, но далеко от Слендера. Мне так показалось, как будто шеф в последний момент Да. ускорилась. Так, а у нас Неймит вышел, зашел. Это печально, кстати, если он сейчас... Что-то с ним не... О, все окей Да. вроде. Ему надо сейчас вернуться. 4 секунды. Все, уже 0 секунд. Первый период закончился. Счет 0-0. Счет 0-0. Ну, напряженная игра, но более открытая, несмотря на то, что Да. в прошлом больше было голов забито. Мне так кажется, игра более открытой. Так, Флетчер. Латина подхватывает. Не, Итак. ну вот послушайте это, послушайте. Ну вот зачем нам интим свой? Да, слушай. Вот Ну это жужжит. надоело мне уже это. Сейчас тут может быть пас, ну, з-з-з-з-з, не было паса. Они, о, действительно, сейчас кучкуются почему-то, все втроем чуть ли не на одного бегут, ну, как-то прокатывает, я тебе скажу. О, хорошо остановил Свендер, пытался отдать пас, опередили его. Лилипота, Лилипота, Свендер. Нет, это был реверси, Свендер, вот он. И, о, ошибка вратаря небольшая. Флетчер, Ох, ух, удор! Ух опасно, ты, удор! Вот такой! да. Да, здесь такой удар неожиданный, вот, наверное. Такой, но! Удор! Ну все, успокойся, Стас. Ладно, успокойся. Джерс, Накрыли. Флетчер, Флетчер, Латина, Райан, Риан. Райан, Райан. Деликатес-трейдер. Ох ты, смотри, как будто Опасно. обгоняет. Нет, ну тут накрыл. Гонщик спиди. Значит, Что-то что у нас? непонятное творится. Тут может и пота фигануть издалека, смотри. Да. Фигануть. Опасно, но мимо. Сейчас будет передача в центр. Я угадал. Что такое-то? Хватит там уже свой кулер мучить. Разберешься с ним один на один после матча. Как фаны, понял? Он, наверное, болеет за ОАК, а ты за Ну СС. да. Да мне, в принципе, я болею за... Красивый хоккей. Да. Фу, спасибо. Я не знал, что Пожалуйста. сказать. Я не знал, что сказать. Вот, Флетчер у нас подхватывает. Опасно. Контратака лаковцев. И... Нет, все-таки Райан здесь будет первый на шайбе. Райан отдает пас на Латина. Латина, Латина выбрасывает шайбу. Здесь должен Флетчер подхватить, а сразу отпасовать на пятачок, но пас не точный. И Максим забирает шайбу в этой ситуации. Максим один справляется с Джерсом и Да. бросает. Опасный бросок. Там что я не увидел? Два. Мимо ты не увидел. А, мимо, да. Блин, у меня лагает, как не знаю у кого. Странно, даже у меня не лагает. Так я просто, во-первых, записываю, во-вторых, у меня кулер. Ну ладно, ладно. Он трется там об что-то и плохо охлаждает Черт, компьютер. что же он там трется, Не знаю. а? Вот. Блин, Слендер. что ж за пошлости такие? Это все видишь? Виновата. Успокойся, Я... ты все. Успокойся. Джерс. Тут Слендер прессингует. Насколько он может это сделать? Ох, тут будет перехват, смотри. Да, первый Максим и И опасно. нам можно пас дать, ну зачем ты сам идешь? Максим, у меня такое ощущение, что Макс иногда не смотрит на радар. Вот, или забывает смотреть, или... О! Ух, какое... Вот это Даже да. моя сестра сказала, о. Да. Райан. Ну, видишь, сколько зрителей собирают это событие просто. Да. Хотелось бы, чтобы в будущем это собирало миллион людей, которые посмотрели бы эти матчи. Вот. Ну ладно, миллион это слишком, хотя бы тысяч 10.
Да или хотя бы 1000. Потому хотя что... бы сотню бы набрало. Ну сотню-то ладно, у нас в группе там сколько человек, 400. Ну мы же такие няшные комментаторы, ну разве нас да. неприятно слушать? Не знаю, может и нет. Кстати, счет 0-0. Счет 0-0 это мне вообще как-то не очень нравится. Как-то не по-хоккейному, ребята. Да. Чё они зубы не выбивают друг другу? Интересный пас. Тут сделал реверс, я думал, и... Слендеру не затормозить, сделать хороший пас и... Но пас, Лилипота всё-таки... Ну, Лилипота или нет? Надо было, наверное, Лилипота пропустить. А-а-а, нет, ну, зачем? Ну, глянь. А-а-а, если это будет гол, это будет смешно. Нет, это не будет это гол. Это будет молодцы. Паршиво. Ну, бывает такое. Да ну хватит херачить, бедный Кулер. А сколько нас слушает? Слушают слушателей. Вот это было бы очень грустно, кстати. Полуфинальный матч нас никто не слушает. Даже Альянс тот А слушает. Ой-ой-ой, Флетчер забиваем. Мне кажется, тут Анейб... А, он вышел вообще. Вышел, да, Анейб. Это обидно. Так, все, я захожу за них сейчас. Это очень обидно. Лилипот, втроем они, не знаю, Анемит вылетел, наверное. Возможно, проблемы с интернетом. Ну, может этот... Анемит зашел, он вернулся. Если бы он тогда не вышел. Эх. Да. Ну, запасного игрока не хватает, видимо, не хватает. Вот это очень, да, помешало сейчас. Обидный гол. Я так и не понял, он исчез или как? Да, да, по-видимому, он исчез просто. Ну ничего, сейчас АК вот пошли в атаку агрессивно играть. Если сейчас отыграют СУАК, это будет волевая такая. Да, ой-ой-ой, как ошибается. Ну, не ошибается здесь, защитника просто не было. Нет, Анем молодец, вытащил. Ну, правда, удар не очень сложный был, но все равно вытащил. Да. Если бы не вот эти проблемы с интернетом. Эх, когда будет такой интернет, а? Когда не будет с ним проблем? Нет, такого не может быть. Во, замочили Райана в своей штрафной. И удар, да, не вышел удар. Еще один удар, еще один не вышел удар. Первый удар там, по-видимому, Латина, да, отбил. Вот, можно отдать пас на Слендера. Слендер. Опасно. Контратака ССН. Вот, давайте, зародите интригу. Ну, обидно как-то, да? О! Ой-ой-ой. Вот, надо... Но... Ай! Ну почему? Зашел за спину. Можно было за спину зайти, бросить, наверное. Ну я не знаю. Ладно, мы же комментаторы с тобой. И что? Ой-ой-ой. Смотри, какой гол. И как забивает. Максим. Обошел ворота. Как он вот эту передать? Как он закатил, а? Просто очень классно сделано это все. Да, очень классно. 1-1 счет. Капитан команды. Показывает то, что он капитан команды, и капитан команды забивает гол. Ура, капитану команды. Да. Опять Максим здесь. Джерс. Сейчас должны на адреналине начать работать игроки. Ну, техническая ошибка. Тут еще одна передача. Как они... У них чувство реакции обостряется. А когда-то мы вот это 3 года назад непонятно что делали на хоккейной площадке. Ну вы... Ладно, я не буду говорить. А, смотри, какой удар был, а? Да. А что мы делали на хоккейной площадке? Говори давай. Нет. А между прочим, сейчас, по-моему, кто-то попал в перекладину. Это такой... Да, это знак не очень приятный для СН. Но СН, тут, кстати, да, все что-то вернулись у аковцы обратно. Зачем? Тут, наверное, ошибка. Ой-ой-ой, не Латина забивает гол. Боже мой. Господи. Не разбиха. Латина забивает жена и пишет Мазила. Жена. Ох, ёб твою. Полетели голы. Ну, Анеми здесь. Да нахрен. Все голы такие издалека в основном забивают СН.
такие дальние смачные удары. А, да. Никаких Сенна. таких прямо, знаешь, вот я помню наш старый добрый Альянс, когда мы, знаешь, забили забивать, так, знаешь, уже, чтобы подвести эту шайбу вот к метру за ворот, и тогда уже можно забивать. А Да. вот эти ребята, так, дальние удары у них. И правильно, надо по-всякому, по-разному. Ну да. Ну, я Издалека. заметил, что у них ни одного, насколько я помню, не было такого Ой-ой-ой. качественного. Ой, перекладина там. Да. Не было такого прям качественного выхода, ну, знаешь, в нескольких метрах от ворот, поэтому все такие удары. Во всяком случае, в этом матче все были сдалека. Да. Ну, кроме одного, там Дианей просто пропал. Тут Ну выход. и Максим тоже забил. Такой. В общем, это не важно, в принципе, голы-то они забили, вот. Да ладно, неважно. И! Пу! Ну все, тут Я уже раз. хотел чего-то сказать, и ты меня перебил, и все. Да, все, забьем Виноват. еще раз. Боже мой, 4-1. Нет, Ой, а Сережа! Немец по... Вот это сейф. Да, реабилитировались СН здесь. Ну, вот так вот забили они быстро достаточно. Два гола, сделав счет в свою пользу. Больше Тем в не свою пользу. менее, для УАК все равно золотые времена достаточно, потому что игра, ну, УАК показывает хорошую игру, очень даже хорошую игру. Если когда-то победы УАК над СН были чистой случайностью, то сейчас, ну... Ну, кстати, в прошлом турнире, если я не ошибаюсь, так алаковцы побеждали СН, да? Или нет? Ну, в Ну, общем, именно это не Лаков. важно.